Всем привет! Сегодня расскажу и покажу, какие репортажи мне удалось снять с балкона 9 мая. Как многие мои подписчики уже знают, так вот выглядит вид на Санкт-Петербург с балкона моего дома. И так вот я часто снимаю репортажи мероприятий, которые проходят в центре, не выходя из дома. Вот и в этот раз я решила не ездить в центр, так как на шоу дронов, о котором я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в ролике, который я подкреплю вверху, скопилось огромное количество людей, наверное, несколько сотен тысяч пришло на Дворцовую набережную, чтобы увидеть такое зрелищное шоу. И в этот раз я тоже подумала, зачем мне ехать в центр 9 мая, тем более у нас впервые за несколько дней была очень ясная погода, и я была уверена, что все будет видно из балкона. Все, я имею в виду летную часть парада, так как обычно парад, который проходит на Дворцовой площади, у меня никогда не продавался, я решила, зачем мне его вообще снимать. Танки и пешую часть парада западные СМИ не любят никому показывать, а летная часть иногда продается, поэтому думаю, зачем мне это все снимать? Дай-ка я сниму только летную часть, которую я всегда снимаю из дома. И, в принципе, неплохо получается, так как у меня камера имеет 50-кратный зум. Я могу очень близко приблизить свой объектив к лахта-центру, вдоль которого и проходит вся эта летная процессия. Вот так вот я и сняла. И военные вертолеты, которые пролетали над Дворцовой площадью, и транспортные самолеты, а также истребители. Вот вам показываю. А вечером там же, над Петропавловской крепостью, на Дворцовой набережной, прогремел праздничный салют. Как это смотрелось из моего окна, вам тоже показываю сейчас. We'll be right back.
естественно, я все это сразу же отправляла в свои пресс-агентства, и они даже запромоутили многие мои видеофайлы, чтобы распространить их по мировым источникам СМИ. И пока я все это отсылала после салюта, потом я вышла на балкон и увидела, оказывается, Лахта-центр подсветили георгиевской ленточкой. Я решила это тоже снять. И сняла, и также отправила в агентство и на свой канал Питерленд, о котором я вам тоже уже рассказывала. Если кого интересуют события в Петербурге, у меня есть отдельный канал, называется Питерленд. Ссылочку подкреплю вверху. Проходите по ссылке, смотрите. Если интересно, подписывайтесь. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!